Мы находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовая арена» имени Владислава Третьяка. Здесь сражаются на турнире, открытом любительском турнире по хоккею с шайбой, команды в финале. Это команда Гребнева и команда СКС Щелково. Вот я слышу за спиной, по-моему, забили еще один гол. Это идет третий период. Когда мы подошли сюда, было 3-1, потом стало 4-1. Ну вот посмотрим, как пройдет этот последний период и кто станет победителем и получит кубок Ледовой арены. Хоккейная схватка нешуточная, хоть это и любительский турнир, но игра идет всерьез. Эмоции перехлестывают через край. Победный счет в течение всего последнего периода оставался на стороне команды Гребнева. Ее хоккеисты забили 5-ю, 6-ю и 7-ю шайбы, а затем игроки из СКС Щелково отыграли одну шайбу, но уже было поздно, финальный матч подходил к концу. И вот итоговый сигнал. Игра окончена. На одной стороне поля бурная радость, а на другой, сами понимаете, какие испытывают чувства могучие, облаченные в доспехи мужчины, когда им удалось дойти до финала, но не хватило последнего рывка, чтобы победить. Хоккеисты обеих команд делают традиционный круг по полю, пожимают друг другу руки. И теперь самая приятная минута – вручение кубка. Кстати, он переходящий. В следующем году у команды Гребнева его можно будет отыграть, хотя сделать это будет сложно. Команда за последние годы выигрывала практически все чемпионаты района. Безгранично рад за себя, за ребят, потому что ребята тоже все очень рады и ждали этой победы, потому что с командой СКС, которую я уважаю, всем уважаемая, сильная команда. Мы очень часто с ними встречаемся, мы тоже их всех знаем, это сильная команда. И играть с ними интересно и тяжело. Ну, сегодня удача на нашей стороне. Победа в этом турнире особенно радует хоккеистов еще и потому, что им удалось стать первыми обладателями кубка, который был учрежден в этом году главной хоккейной площадкой нашего района, Ледовой ареной имени великого хоккеиста и нашего земляка Владислава Третьяка. За кубок бились в 18 играх 6 команд, представляющие сборные поселений. А в следующем году организаторы турнира хотят расширить его географию, пригласив хоккеистов из соседних муниципалитетов. Мы очень рады, что мы организовали, провели первый наш турнир Щелковско-Любительский. Мы будем очень рады продолжать эту традицию. Надеемся, что это станет хорошей, доброй традицией, ежегодной. Мы будем рады пригласить к нам любителей еще наших соседей из других муниципальных районов, и чтобы наше хоккейное братство и дружное увеличивалось, росло, и это приносило и здоровье, и удовольствие, и тягу к хоккею. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, телерадиокомпания «Щелково».